Проснитесь и пойте, мистер Фрилансер. Погоди, Джимен. Всем привет, с вами Алан. И Фрилансер. И сегодня мы решили впервые опробовать спидран Half-Life 2 в коопе. Как думаешь, что нас ждет? Скорее всего, нас ждет очередной неописуемый провал. Точно. Начинаем сразу после вашего лайка. Но все, Джимен, выпускай нас из своего стазиса, нам спидранить пора, давай. Я готов. Все. Яша. Я сейчас лысый! Из поезда выпрыгну. Так, все, выходим. Давай. Окей, ну... Стрейпджампы. Сука. Добро пожаловать. А в этом есть смысл? Чемодан, чемодан! Так, я телефон возьму. Чемодан впереди вообще. Блядь. Имба, ты там чихнул, конечно, жестко. Мне кажется, даже не нужно. Тут не нужно перепрыгивать. Чел, мы очень быстрые. Бей. Я пытаюсь, не работает. Да он проходит сквозь него. Ладно, похер, валим. Тут нельзя. Ебучая катсцена. Братан. Давай. Всё. Я не могу, я из-за тебя застрял в нем. Я не буду поднимать банку, я мужик. Так. Давай на кухню. Телек в окно, я выкину. Крышу. Ну здесь как бы на самом деле все по стандарту. Просто нужно не упасть, желательно. Вот так, я лучше, наверное, наверх пойду. Ой, я забрался наверх. Зачем, правда? Давай, вот с такими бочками мы на нее. Нет. Хуйня. Тихо. Давай. О, получилось. Кажется, мы наконец. Ну, одного раза хватит. Записал? Давай я тебя отправлю, а то я в прошлый раз там был. Так, надо же здесь стоять. О, все. Мне нравится невозмутимое лицо парня, он даже на тебя не смотрел. Слушай, я реально уплываю. Так, я забираю костюм. Сомнений. Я иду по дну. Прикинь, я шаги слышу. Че там, у тебя все нормально? Ты... Как обычно вообще. Теперь я вообще прям фул упал. Я могу даже... Я плыву к тебе, короче. А знаешь, почему так произошло? Потому что Клянер не проходил курсы по программированию от Skill Factory. Вот, смотри. Если ты хочешь научиться программированию с нуля, курс Full Stack разработчик — это то, что нужно. Здесь ты научишься работать и с внешней, и внутренней частями проекта. Сможешь в одиночку реализовать любую идею, будь то создание сайта, приложения, веб-сервиса, бота, предотвращение каскадного резонанса или взрыва телепортов. Такие спецы сейчас на расхват. Их берут и в крупные компании, и в стартапы. А средняя зарплата 200 тысяч рублей. На курсе ты научишься писать код, сделаешь 10 своих проектов, от простых игр до сложных веб-сервисов. Пройдешь стажировку и примешь участие в хакатоне. Поэтому к концу учебы соберешь портфолио с кейсами и обзаведешься опытом в резюме, с которым без проблем сможешь устроиться на работу. Регайся по ссылке в описании и вкатывайся в IT. По промокоду Алан для вас действует скидка 45%. Все, я захожу. Я на абсолютном краю мира. О! Нормально. Уже мэн? Что? Уже в конце игры. Отключай телепортатор. Так, я поднимаюсь наверх. Я стараюсь подняться наверх. Я очень сильно стараюсь. Давай! Тебе надо на самый верх, не прыгай на забор. Все. Теперь помнишь, бери бочку. Да. Сейчас все сделаю. Вот, слушай, я тоже забрался. Палета буст. Я смог! Все. Ты здесь? Да. Да, я ее поджигаю. Все, она горит. Отходим. Сработало. Идеально. Так у меня с монтировки нет. Не а у тебя есть, Да. Иди, вали. Сейчас я его... На! А что дальше делать, я не знаю. А, как по старинке. Наверх? Да, наверх. Подбираем и лезем. Давай. Ты тоже подбирай, лезь. Может, ты сможешь. Я, может, смогу. Давай. Я смогу. Давай, иди. Только не упади, смотри. Не бы бэкнуться. Давай! Нет! Блядь. Да я смогу. Ты верь в меня, главное. Я верю, я... Я не смогу. Кинь мне мусорку, пожалуйста. Держи. Давай. Хорошо. Да почти же. Слушай, я... Я смог! Тихо. Здорово. Так, я, да? Я сейчас. И тут есть дебильнейший скип. Ты должен будешь отвлекать мобов, пока я буду пытаться забраться. Я понимаю, только у меня некоторые беды. Я не могу залезть на поезд. Я забрался. Хорош. Все. Ну тут сейчас просто на таран бежим. Ну или я бегу барнаклы. Ну им проще всего просто скормить горящую бочку и подорвать ее. Да. Все. Капец, что ты там наделал? Рэмпейдж? Да. А меня барнакл последний схавал. А, это прыгнул. Хуй. О, скилл.
Тогда я, не знаю, киляюсь теперь или что? Блять. Надо было раньше сказать. Надо было раньше спросить. Там нужно именно в бок прыгать. Так, берем бочку. Все, я прыгнул. Так, все нормально, я тоже залез. Че, ничего, успею, это успею, 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 успею. Успел. Найс. И... погнали. Давай. Меня все застопило, что можно. Нормально. Ну, я справился. Вот здесь главное сейчас не умереть. Нет. 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 Беги. Изи. Блять. Ну, я без шансов, типа, там был. Ну, я справлюсь. Сейчас. Я кинул. И вторую еще. Давай. Две. Пацаны, одной. Хорошо. Погнали. Ты пока прыгай, я отвлеку манхэков. Давай. Но не на тебя загорелись. Блять. Тогда тебе надо их устранить. Я стараюсь, но они... Ты, у меня прицел так... сбит. Блин, случай. Так, я возьму вторую бочку. Чел, она... Ты она... бесполезен. Я ж говорю, ты бесполезен. Ты сделал? Да. Да я... Да сука! Ты так далеко, капец. Я иду, иду. Все, я активировал триггер. Чел, ты... Мне кажется, ты не успеешь. Возможно. А, слушай, у нас есть и другая проблема. Ну давай, теперь мы поменялись ролями. Я, может быть, быстрее даже буду. Я за бочкой, ты меня подталкиваешь сзади. Как это странно звучит, но я не против. Я так я подобрал. Нормально, ты где, блядь? Я попробовал скип свой сделать. Ты все заруинил. Вправо у меня она влево поворачивает, короче. Окей, берем коробку сюда и наверх. Они не умирают, блядь. Так, мне нужна коробка. Чел! Я иду. Ты чё, её уронил? Да, все насрать, я пойду заново. Я сделал, все, возвращайся. Сейчас, так, теперь другую? Тихо, спокойно, без лишнего шума и лишних движений. Здорово. Все, сломал. Погнал. Нормально. Ты можешь для подстраховки прыгнуть в лодку и ехать за мной. Тут... Ну, тут с этим есть проблемы. Мне кажется, я сейчас тут умру естественной смертью. От старости? И? Ты можешь... Блять! Что? Что могу? Что? Сказал, можешь, я такой, ну могу, окей. Пи***ц, мы вырежем это. Ты заметь, я же не... Блять. Так, все, ставь. На позицию, подсвечу. Чтобы было видно. Тут надо, главное, знаешь, не переборщить. Оно? О. Оно? Вот, теперь оно. Оно. Оно! Есть! Да! Блять, ты что сделал? Ну, а теперь АФК-контент, поехали. Так, сейчас тут все главное на мне, потому что ты не успеешь еще и не поймешь. Я не пробовал, это мой первый раз. Лансер. Снимай целку. Я смог. Крутить направо, так. Вроде звучит несложно. Ить, блять. Забей. Не смог, что ли? Нет. Давай, я в этом профессионал. Так, а лодки нет. О, появилось! Даже иногда и не стреляет. Нормально. Пули исчезают. Я сделал бочку. Отлично, сделал теперь пончик. Космический? Ванильный. Понял отсылку? Нет, не понял. Есть игра такая, Science Row. А-а-а. Там в одной из частей робот умеет делать такую вещь, называется космический пончик. Это, ну, одна из его интимных услуг, которые он может оказать. Короче, сбивай ракеты, а я иду открывать проход. А, все ракеты в меня летят, надо. Все. Я открываю проход. Проход открыт. Вали. Вали, 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 вали. Кого валить? А, мне валить? Я сам уже свалю тогда. Подожди, так... Блядь, я даун. Ты только попади. Все, нормально, я киляюсь. Смотрим, на кого нагрится. И... На меня. Понял, я беру бочку тогда. Я забыл, где бочки. Да вот здесь они на воде валяются везде. Я сейчас умру. Живи. Я сейчас проб-бустинг сделаю. Во-во-во, пошло, пошло. Ля, я быстрый. У меня 40 хп. Там два вертолета, что? Он по мне херачит, дядь. Давай, прыгай быстрей. Меня убили.
Пацан, живи. Давай, давай. Жди. Да, я сделаю. Нет, не сможешь. Я смогу. Нет, подожди меня, пока я резну. Ладно, ладно. Я резнулся, все. Ебаш. Ладно, все не так просто. Вау! 360. Знаешь, что я... О чем я подумал? Пойти себе еду разогреть. Нормальная тема. Окей, я пошел. Давай. Ау! Ау! Давай, сука! Что происходит-то, ебер? Ничего не работает. Пиздец. Я заспидранил. Я даже сделал фотку. Я сейчас тебе дверь закрою. Блядь. Джимен! Уходит! Вон он. О! Да не, я не могу. Ты ж попал. Или нет? Нет. У меня она все время вот так отскакивает. Я не знаю, как надо встать. Надо, короче, О, почему у тебя две грави-пушки? А? Ну, чё? Да, я базарю. Все, я съел. Так, все, теперь как учили. Отрабатываем. Я иду выключать херню. Ага. А, нет, я беру банку с краской и сразу наверх, короче. Проблемы, есть проблемы. Банки с краской, ее нет. А, вот она, нашел, нормально. Давай, как спидранеры. У тебя есть подствол, кстати? Нет, мне главное долететь до туда, а ты должен мне ящик будешь кинуть. Да подожди, у меня же есть гравипушка. Ты вообще тут не нужен. Нет, наверное, тебе надо сюда идти, да. А, тебе нужен ящик, блять. На. Спасибо. Я долетел. Давай. Поймал. Умирать? Да. Ты почти смог. Тогда тебе нужно найти способ там как-то упасть. А чё так, блядь? Наш спидран, но неправильный. Невидимая стена, еба. Да я тебе базарю, тебе надо просто вниз упасть. Всё, чел, внизу. Чел. А, о, ты смог? Ты не туда прыгнул-то. Без разницы, я сделал. Хорош. Так, у меня есть подствол? Был. Был. Окей. Здесь... Как старые да. Добрые. Как нихуй просто. Беги! Ура, разгон! Мне больно. Пизда! Хорош, хорош! Возьми аптечку. Окей. Так, ну в общем машина тут нахер не нужна. Я даю предпочтение бочкам. Да они меня догоняют! Они у меня бочку из рук выбивают, ты прикинь. Окей, садись ко мне. Стрей, быстрей, 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 быстрей. У тебя есть подствол? Я не знаю, я не знаю. Проверим, короче. Блин. Был. Все, в пятку. Вливаем. Пробую. Я смог. ББ. Главное сейчас от падения не умереть. Блин, там невидимая стена, я не знаю, где прыгать. Даже не невидимая стена, там стена, там пуш-триггер, который мега искусственный. Я считаю, что нужно придерживаться правила, идти туда, куда идется. Я сделал. Ну вот в этом сегменте мне нет равных. В этом сегменте? А что здесь? Просто ехать надо. Так, окей, гасим. Я на земле разбираюсь. Я со мной разобрались. Да. Я убил всех, кто могли мне помешать. Я двигаюсь к нужной точке. Так, ты долетел? Да, кидай. Бросок! Рассчитать надо! О! Идеально. Идеально. Так, теперь ты просто стой. И наблюдай. Давай. Происходит что-то. Жалко, так в жизни нельзя. Ну, вот так вот лучше и не делать в жизни. Оп! Хорош. Опа! Ой, и все? Ну, поезд нам не помеха. Его можно обойти. А! Красота. Берем бочку где-то здесь. Держи бочку. Зачем? Что, в туннель войти? Я не понимаю тебя. А. Быстрее! Точно, мы же спидранеры. Блять! Да блять! Чел, ты высоко залез? Не, нормально, нормально. Умирай. Ты, ну... Да, ты там где? Иду. Фига ты... Слоураннер. Мне бы тебе суппорт бы не помешал, знаешь. А чем я тут тебе помогу? Отвлекешь, например, этого дафна. Там, помнишь, на самый верх надо. Где там высоко лезть? У меня рука уже сейчас... Почему нет? Блин! ПБ.
кидай мне ту бочку, это взрывоопасная, пошла нахер. Ты немного перестарался, ну ладно. Ну, она долетела? Да, она упала! Блять! Ничего страшного, я сейчас попробую кинуть тебе другую. Угу. Так. Вот там, давай. Лови. Быстрее. Наверное, выглядело это эпично. Да-да-да. Если бы мы ее сейчас уронили, блядь, было это бы... Это не, лучше не кидай. Поймал. Нелепая смерть. Ну хоть бочку засейвил. Блядь. Давай, добей, добей, давай! Мою сбил. Моя еще летит. Пытается, она работает. Блядь, сука. Он реально мансит жестко. Одного снес. А, дыра, все, открылась. Ну здесь чисто на мувменте надо тащить по-быстренькому. Если бы еще знать, куда тащить. Да не волнуйся, я тут справлюсь. Сейчас справлюсь. Справился. Чел прошел. Что? Я уже почти на конце локации. А, только она не прогружается. А, нет, прогружается. Нормально, нормально. Что происходит? Боже, блядь, это такое дерьмо. В чем был смысл, не ясен. Я думал, она долетит. Кого ты слушаешь? Ваша жертва была принесена с пользой. Послужит будущим поколениям спидранеров. Там нет никого, да? Это все, она отвернулась. Ну ладно. Лежать! Кидаем. Ну, можно и так. И вот здесь начинается главная духота. Блин. Давайте всех сразу. Всех сразу сюда. У меня уже глаза закрываются. Где? Где? Ну где? Ладно, идеи. Как перепрыгнуть? Чё? Чё? Выстрелы? Что? Это не я стрелял. Прикинь, какой-то мудак за карты заспамился, и из него мы теперь засовываем. Пошло. Залезаю в гнездо. Короче, они там, видимо, заспамились и тупят их жестко или чё? Они там стоят, типа, и... И роплят нас. Ну тут, короче, можно юзать мою стратку из прохождения бессмертей. Я уже. А. Успеем ли мы? Давай, давай, давай. Молодец, а теперь дай как-нибудь мне помоги. Что я могу сделать? Хорош! Но мне кажется, они опять затупят. Блин, походу, да. Окей. Угу. Так. Мне кажется, ты проиграешь. Я так не думаю. Угу, угу. Угу. Сасамба. Я не вижу, я не понимаю, типа, чё. Парни ведёт наступление, взятый сам. Парни ведёт наступление. Чем дальше в лес, тем больше хуй. Как здесь? Я разминировал. Ну, явно не так. Подожди, там же можно грабить сапы и хуй по... Можно. Можно. Как раз в этом моменте Брин сказал позор. Да, блядь, с одной! Тут есть скип. Да, проверяем. Есть ли у нас подстволы, это неизвестно. Ну, сейчас выясним. Выяснил. А у меня нету. Вот, я сделал. О, круто. Хорошо, что ты сделал. А у тебя не получилось? Нет. Хука! У меня же подствола нету. Блядь, сука. У меня патроны не потратились. Хватит ныть! Вперед! Мы в аду! Изи, чел. Скилл не пропьешь. Соу! Here! Давай, перепрыгивай. Алекс убил Метрокопа. Это победа? Да, ворота, окей. Все, я сделал. Мой черед. Да я еще даже не попытался. Давай пораньше начну, короче. О. Молодец. Кинь мне ящик. Синкс. Че со мной происходит? Сидишь. Просто сижу? Просто сидишь, целишь из арбалета. Ну ладно.
Так, теперь главное все сделать правильно. Да, блин. Класс. И что это было? Я делаю. Я тоже. Я не сделал. Я тоже. Подожди, я... У него... Меня воротами раздавило. Я видел. У нас есть смерть Барнелли. Ой-ой-ой-ой, хорошо, орб полетел. Ты посмотри, я минус 10 дал. С одного орба. Все, готово. Теперь встречаем гандосиков. О, давай, просто души их, души! Ты весь мой урон впитал. О, у нас теперь оба барни воюют. Что за шизофрения? Мы скачали мод на Half-Life 2. Все, готово? Да. А барни жив? Ну, наверное. Да, он сражается. Иду на звуки. Пошли! Идем, давай. Их три! Три? Все, пропрыгнул. Там штурмовик говна. Я открываю. Ну тут мы же можем проскочить? Можем, но если получится. Если не получится, то нам пипец. Я проскочу. Бля! Все. Я пошел. Этот жесткий галюны ловлю. По мне стреляют. Может, отвлекешь спрайдера? Я никак его отвлеку. Выстрелами. Да он не байтится, я тебе. Видишь, он меня раздавил, он меня тут раздавил. Ой, я у тебя тут резнулся. Отлично. Давай попробуем. Ну ты на полпути. На 60% есть. Нет! Ну тут хотя бы лучше работает, но он сама не даст, я уверен. Давай, ты почти это сделал. Ну ладно, ты на полпути попался. Да как, в смысле, ну ты на полпути, я уже не могу. Давай, ебать, уже. Я не могу, я сделал! Очень упал. Да я не удивлен даже. Я успел. Не успел. Блин, у меня какое-то странное ощущение. Я двигаю мышкой, а изображение не двигается, и у меня из этого крыша едет. Давай налево. Делей, да, где направо? Стрейфы. Спасибо. Ай, ты не можешь писать какую-нибудь команду, чтобы это все ускорить дело? Говно вопрос. О, вот так мне больше нравится. Ты не перепрыгни. Да. А как ты так понял? Нормально, ты главное жив, здоров. Взорвется. Да. Я упал! Я тоже. Меня толкнуло орбом. Меня тоже. Я уже говорить не могу, это пиздец. О! У меня получается, я быстрее лифта. Это просто лифт едет. А, изи! Да, сносим Брина и заканчиваем. Доктор Фримен, я бы не советовал вам там оставаться. В момент синапса, как только я телепортируюсь, эта камера наполнится смертельно опасными... Это оно! Оно! Я сдох! Да, ты понимаешь? Трагический финал! Один из них погиб! А, я выжил! Все, мы оба увидим. Время! Да! Итак, Лансер, ваше впечатление? Я в шоке, да. Я просто не ожидал, что нас ждет такая боль. Это было страшно. Но интересно, увлекательно. Так много разных скипов новых для себя открыл, которые не работают.